Всем доброе утро. Я уже красоту налила. Вот, и завтрак тоже налила. Мне такая прелесть на завтрак. Никогда этого не ела. Но Инстаграм, все дела, там все такие правильные, все такие красивые. Всякие бутербродики, все дела. Вот. И я такая думаю, ну а я что, хуже, что ли? И вот, забацала, смотрите. Хлебец, авокадо, идеальный у меня авокадо. И анчоус сверху. Ну как вам, не инстаграмный разве ролик? И кофе. Ну кофе. Кофейный напиток. И музон. В общем, все. В ажуре поднимаем себе настроение. Пошла я завтракать. Великолепно, великолепно. Сколько времени-то? Еще есть время. Смотрите, какая я сегодня летняя. Юбка с прошлого года, которую я обожаю. Она такая легкая. Летящей походкой. С разрезиком. Тут где-то разрезик. Где-то там. В общем, суперская. Да, едем в Меркадону за черешней и за арбузом. В своих босоножках вот этих. Тоже они очень подходят. В общем, тут у нас иностранцы ходят. Но это те иностранцы, которые здесь живут, а не приезжие. Приезжим еще нельзя. С 1 числа, по-моему. Там несколько стран, не все. Южная Корея. И вот единственное, что помню, Южная Корея. В общем, кто с Шенгена, может приехать. Да. Как-то так. В общем, непонятно ничего. Смотрите, какая красота. Сейчас встретила клиенток своих. Вы знаете, вот в этом, на этой горе очень много женщин, которые ни разу не были замужем. Такие, которые уже в возрасте, знаете, там им под 60-70 лет, даже старше, вот, начиная, наверное, от 70 даже лет. Очень много женщин, которые никогда не были замужем. Вот эти две сестры, они живут вместе всю жизнь, представляете? Никогда не выходили замуж. И вот таких много. А еще здесь очень много мужчин тоже такого же возраста, нетрадиционной ориентации. Может быть, это как-то все связано? Потому что вот раньше они, говорят, ну, скрывали то, что они другой ориентации, мужчины. И поэтому думали, что ничего нет такого. Вот. А так как сейчас всем по барабану, кто с кем живет и как живет. Вот. И очень много мужчин стали, вот, открыли, скажем так, себя. И женщин, которые вот одинокие. Я их спрашиваю, а почему замуж не вышли? Ну, не их лично, а других клиенток, ну, с кем мы обсуждаем эти темы. Они говорят, ну, не знаю, может быть, у них была высокая самооценка или еще что-то. Очень много прям вот таких женщин, которые никогда не были замужем. Я говорю, ну, а женихи у них были? Он говорит, не помню, чтобы даже женихи были. Представляете, вы как? И причем такие зажиточные женщины, у которых есть деньги. Вот. Ну, вот так вот как-то получилось. Пойдем посмотрим на пляж. Я уже пожарила крылышки, забыла вам написать, ну, там кабачок тоже обжарила со специями. Сделала салат из свеклы с чесноком. В общем, у меня сегодня пир горой. И вот покупочки достала. В Меркадоне купила. Сейчас вам с ценами расскажу. Туалетная бумага 3,82, там 12 штук. Макароны вот такие себе купила. К чаю сейчас как слепу, ну не сейчас, потом попозже. Рубль 75 стоит вот таких вот 5 штучек, да. 12 яиц, рубль 45. Элька. Это средние, не маленькие, небольшие. Вкусняшку себе купила. Вот такой сальпикон де мориско. Это вот
салат из морепродуктов. Обожаю его. Он такой вкусный. Тут идет заправочка. Он уже готовый. Просто открыл, добавил заправку и ешь. Он как бы рассчитан на двоих. Он у нас стоит 4,95. Ну, там много всего, и он очень вкусный. Арбуз вышел на по 79 копеек. Но, видимо, если не резаны, то он дешевле будет. Но не резаны, они большие, и мы их просто не съедаем. Поэтому я покупаю резаны. На 3,23 вытяну. Так. Какой-то спрей. А, это, наверное, дезик. Это вот мужу я купила дезодорант. Рубль 70. Вот такой вот он любит. Только вот этот вот гель для душа с глицерином. Он у нас что-то евро 35. И 7,95. Вот такой вот чипизденчик. Для это. Бритвы. Там 4 штуки. Вообще. А, и черешня у меня вышла. Ого. На 7 евро. По 6 евро килограмм. Здесь кило 200. Ну, надо же, я психанула. Там на очередь такая стояла. Вообще за черешню, представляете? Очередь. Все вот за ней лезли, хапали. Пипец. Я 2 круга дала, чтобы это обождать, чтобы эта очередь хоть как-то уменьшилась. Трындец. Сейчас буду посуду разбирать. Не разобрала со вчерашнего дня. И вот, положу это все в холодильник и буду. Мои крылышки. Хотела вам показать, как я их делаю. Но ничего, у нас с вами все впереди. Еще покажу. Кушать хочется очень сильно. Такие улицы, похоже, что как это, каменные. Нету никаких деревьев, но это вот такие вот. Это я по таким улицам иду, чтобы сократить путь. В общем, иду к бухгалтеру отнести бумаги. Сегодня 1 число. Мне, кстати, сегодня опять помощь заплатили. Ну, как оно, не помощь, а это типа субсидии по безработице. 3-й раз, представляете? Хотя я уже работаю. Как бы это потом назад все не отобрали. Хотя мы были на карантине 3 месяца почти. Вот 3 месяца мне и заплатили. Вот, поэтому... Я даже, если честно, не ожидала, потому что думала уже все. И налоги тоже не знаю, какие буду платить в этом месяце. Ну, потому что за те месяцы, которые нужно платить, я их не работала. Ну, посмотрим. Видите, какие трущобы. Масочку носим как это, как сумочку. Сейчас на улицу выйду, такую... оживленную там надену. А пока вот так иду. На улице такая жарища, не знаю. Градусов 35, наверное. А может, все 40, не знаю. По идее, надо было бы на пляж поехать. Наверное, завтра поеду на пляж. Потому что, видите, вот сегодня надо мне к нему сходить. А с пляжа пока приедешь, пока переоденешься, пока искупаешься. Время так быстро проходит. И все. Попросили немного улицы показать. Ну, показываю. Выхожу на улицы такие уже оживленные. К центру идем. Чарли, конечно, остался недовольный, что я ушла. Ничего не поделаешь. Куда я его потащу? Я хочу еще сейчас в Примор зайти. Там знаете, что хочу купить? Этот, подводку разноцветную. Сейчас тенями почти не крашусь, потому что там пигмент есть. И когда начинаешь жарко, начинаешь потеть, этот пигмент меня как бы как колет веки. Представляете? И постоянно хочется почесаться. Поэтому хочу себе нормальную подводку какую-нибудь разноцветненькую купить. И подводочкой подводить глазки. Тут можно ноги сломать. По этой дороге. На улице, видите, никого. Все на пляже. В такую жару кто будет выходить? Дедулечку надо пойти. Чтобы он на всякие пожарные. Сейчас людей шарахаемся, как это. Я, кстати, в платье. Так, у меня полосатое платье есть.
А это сейчас будет заезжать в гараж лифт. Вот такие вот у нас. Из магазинов там дует хорошо, прохладненько. На улице, конечно, жесть. Вот тут я покупала свои очки последние. Сейчас вам повнимательнее покажу. Заодно дорогу перейду. Вот так называется этот. Видите? Разные очочки. Ну, какие классные вот эти. Симпатичные. Селфи, йо. Переходим дорогу. Здесь уже надо бы маску одеть, потому что народу, видите, много. И начинаются у нас все магазины. Вот так, потом туда, центральная улица. Буду намордник одевать. Дети у нас все в намордниках, поэтому я тоже буду надевать намордник. Все, надела намордник. Я теперь защищена. Видите, они все в намордниках ходят. Манго. Я даже, знаете, умудряюсь в маске надувать пузыри. Жвачку жую. Иногда забываю, надуваю пузыри. Мастер на все руки. Вот такая вот у нас улица. Так, там у нас Приморье. Пойду в Приморье зайду. Вот это раньше улица была проезжая часть, а сейчас ее сделали только для пешеходов, чтобы можно было соблюдать дистанцию. И тут были такие большие вазоны, их убрали и повесили вот такие. Пойду в Приморье зайду. Ну, там кое-что надо. А, ну я вам говорила, чего надо мне. В общем, друзья, это жесть какая-то. Со мной такой впервые. В общем, иду, я такая набрала там себе всего до всего. Иду расплачиваться и понимаю, что кошелька-то я и не взяла. Такая лезу, говорю, ой, блин. Говорю, а я без кошелька пришла. Да представляете, как так? Ой, блин. Потому что и такая уже поставила ей. Она берет, пробивает. И я тут понимаю, у меня в голове прокручивается. Не помню, чтобы я кошелек в сумку клала. Его и не туда не ложила. Она говорит, ну ладно, я тебе оставлю на кассе. Я говорю, да, сейчас пойду. Возьму за кошелек и оплачу. Представляете, охренеть. Правильно. Дома-то он это будет лежать сохраннее. Смотрите, какие у меня крылья. Ой, блин. Мне такого никогда не было. И знаете, можно сделать функцию телефоном платить, но я не хочу это делать. Ну, чтобы, не знаю. Не хочу. И так всякие карточки, не карточки, всяких много способов оплаты. Да еще надо было им сказать, чтобы это перечислю вам на счет. Ой, блин, ну вообще сумасшедшая женщина. Смотрите, какую обувь вижу. Почему каждый раз там снимать хочу? Мотоциклы какие-то. В общем, вот такая смешная обувь. Стоит, кстати, 39 евро. Во многих магазинах уже видела, представляете? Такие. У нас кафешки разные. Походил, пошопился. Сел, кофе попил. Потом надо журнальчик купить. У меня одна клиентка все время ходит. Я ей журнал все время покупаю. Одной, единственный. Ой, я бы сейчас водички тоже попила. Ну, как-то сейчас не рискну я пить там. Так, я уже дома. Сейчас покажу, что в Приморье купила. Купила подводку. Вот такая вот она.
синяя матовая. Вроде бы хорошо держится, я там попробовала. От L'Oréal. Что-то легкое такое, как будто там ничего нету. Увидела шампунь, для розы, чтобы давать розовый этот цвет. Смотрите, здесь даже по-русски написано. Ухаживающий шампунь с розовым оттенком. Так что вот так вот. Я же сейчас розовый фламинго. А вообще я в Приморх шла вот за этой фигней. Это, господи, выговорить бы. Ну, как бы это вам сказать? Иалуроновая кислота с витамином В5. С витамином В5. Где тут, блин? В общем, я увидела эту штуку в Инстаграм. Сейчас, знаете, сейчас открою, посмотрю. Это типа сыворотки, наверное. Для увлажнения кожи и все такое. Что там, больше ничего нету? В общем, да, по-нашему не написано. Ни по-нашему, ни по-вашему не написано. А вот написано. Или не написано. Ну, в Инстаграме читала, что все хорошо, все замечательно. 7 евро стоит. У меня, я сейчас с кремами никакими почти не пользуюсь, потому что все течет. Вот наносишь крем какой-то, и он прям вот так вот стекает весь. Дневной, легкий, тяжелый. Ну, я взяла вот эту штуку попробовать. Может быть, она как-нибудь мне это увлажнит немного кожу. Ой, пипеточка такая классная. Вот. Для увлажнения. У меня очень сухая кожа, но сейчас так как жарко, и прям вот потеешь, и все течет, и все утекает. Рыба моя, своей игрушкой. И там ополаскиватель для белья купила, и все. Зато прошла, я не знаю, сколько километров. Поэтому мы сейчас с Чарли никуда не пойдем. Еще жарко очень. Сегодня вообще прям как не это. В общем, отдала все документы. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Вот, что он тебе там насчитает, не знаю, потому что мы же не работали это время. Посмотрим. Все равно что-нибудь насчитает. Все равно надо что-то платить. За аренду налог платить. Потом еще что-то набегут. Ну ладно, неважно. Шампунь, кстати, 2 евро стоил, представляете? Дешево и сердито. О. А вот это нет, вот это 11, по-моему. Это подороже же будет. Но цвет такой хороший. Завтра накрашусь, и все вы увидите. Пойду арбузик поем. Такая субстанция, знаете, как сопельки. Вообще ничем не пахнет. И потом какой-то липкая кожа становится. А так как сопельки. Как это, вот знаете, слизь от вот этих вот ракушек, как их называть? Ракушки-то вот эти вот. С панцирем. Улитки. Так и это, сопельки. Какая-то вся липкая. Я не люблю, когда становлюсь липкой. У меня вот есть такое алоэ вера. Это 100% алоэ вера. И вот я сейчас вместо крема намажусь этим алоэ вера. И что? Нормально будет все. Буду красивой. Правда, уже некуда такой красоте-то больше. Ну. Нет, когда впитывается, уже не липко. Нормально. Мой ужин. Сажусь монтировать. Вот. И буду прощаться с вами до завтра. Всего самого лучшего. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.